добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 1.9 бензиновый, 130 лошадиных сил. Механическая коробка передач, задний привод, машина 1965 года выпуска. Вчера прикатили кузов с песочки. Начинаем приступать к сложному процессу краения и заделки дыр, замены необходимых деталей. Все закрыть, сделать сплошняком плоскую панель, точнее изогнутую, по форме кузова и вмонтировать приборки. Электронное зажигание – это сказка для подобного мотора, который, кстати, тоже в процессе сборки и скоро будет готов. Ну вот, своели уже и каркасную часть крыши, подогнали двери, теперь приступаем непосредственно к крыше. Переделка – трудоемкая работа, особенно когда делаешь хорошо. Пока все подхвачено на черновую, после всей подгонки и установки всех узлов, будет все сделано на чистовую перед покраской. Ну наконец-то приехали все запчасти на хот-родик. Объем и все колоссальный, почти 500 килограмм. Конечно же, в проекте используется много алюминия. Приехали также седла, фонари передние и задние, тахометра, еще много чего. Приехали седла алюминиевые, просто улет. Также приехал тахометр, который был дозаказан к комплекту приборок. Фонари задние и, конечно же, передние. Задние арки и часть порога. Проект движется, частичное достижение задумок. Ну вот и почти закончили работы с крышей. Осталось только на чистовую все подготовить, но это уже в самом конце, все работы по чистовой. Появляется уже силуэт машины. Вроде получилось очень зачетно.
отверстия на торпеде будут все закрыты только чуть позже, пока нужны по тех причинам. Приближаемся к очередным результатам финиша. Закончены работы полностью по бочинам, дверям и порогам. Вмонтированы все петли и обработаны узлы. До конца недели занимаемся лудированием оловом всех швов по бокам и крыше и приступаем к заду и педу. Задом все проще, работы не так много, а с мордой придется повоевать, чтобы добиться грамотного и эстетичного завершения. Вот трудимся не покладая рук, чтобы успеть к определенному мероприятию. Вот что получается с мордочкой. Ну вот и наконец приступаем к покрасочным работам. Выкрашены все детали по моторному очагу и по подвеске. Еще одна догоняющая посылка. Ну вот и приступили к сборке мотора. Моторчик начинает обзаводиться жирком и все самое лучшее для него. Вот и очередная радость, в нашем гараже приехал долгожданный питон. Судите сами по фоткам, это мега-паук. Ну вот и к покраске приступили, грунт плюс проявка. Наконец-то закончили с этим трудоемким делом, покрасили нашего пацана. Подарок ему, чтоб не скучно было наедине, подарил я ему Диму в очку. Очередной прорыв инженерной мысли от Bauhaus.
для легкого доступа к аккумулятору и номеру рамы придумал, разработал и воспроизвел. Судите сами, сиденье, ножницы, на ход рот. Собрали всю подвеску после покраски, переднюю и заднюю, всю тормозную систему, накинули диски с резиной проставками и теперь машина на колесах. Очередной прорыв инженерной мысли от Bauhaus. Для легкого доступа к аккумулятору и номеру рамы придумал, разработал и воспроизвел. Судите сами, сиденье, ножницы, на ход рот. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.